Приветствую вас. Вы описываете в определенной степени состояние дереализации. Вот. Скорее всего. Вот. Дереализация возникает как реакция на определенный негатив. Дереализация – это механизм психологической защиты, вот, который помогает защитить психику от ну, каких-то вот таких не самых приятных моментов, да? Вот, соответственно, здесь важно, наверное, будет в первую очередь понять, когда это произошло, когда это начало происходить с вами, да? То есть вот, ну, то, что вы описываете, когда это начало происходить конкретно. Вот что с вами тогда происходило, вот вы пишете, что проблема беспокоит уже несколько лет. Вот, значит, несколько лет назад это начало с вами происходить, и, соответственно, что-то тогда в вашей жизни было. Вот. Задача, наверное, заключается в том, чтобы постараться выявить для начала обстоятельства, вот, которые, ну, с вами, ну, с вами происходили, да, с вами были, вот, постараться как-то вот их определить. А дальше уже смотреть по вашим чувствам, по вашим эмоциям, по вашим переживаниям, потому что вполне вероятно, что где-то вы в себе это блокируете, так сильно, крепко блокируете в себе определенные переживания. Вот, где-то так крепко вы себе запрещаете, условно говоря, какие-то вещи проживать, вот, на мой взгляд, по крайней мере, ну, по моему мнению, по крайней мере, так. Вот, и в результате этого образуется это состояние, да? Вот, в результате этого образуется это состояние, которое вы называете вот, как бы, что вы ничего не чувствуете. Да, вот. Это механизм защиты, следствие реакции на запрет себе, что-то проживать, что-то выражать, вот, что-то чувствовать и так далее. Вот. И дальше уже можно будет смотреть на то, значит, куда вам дальше двигаться. Вот. Смотреть на себя, да, то есть смотреть, ну, как найти себя, да, вот, и чем можно вам помочь. Вот, вы говорите про счастье, то есть тут, вероятно, есть некий экзистенциальный у вас еще такой, ну, как кризис, не кризис, да, но проблематика может быть
проблематика может быть экзистенциального плана. Вот. Поэтому если у вас будет желание, то с этим тоже вам будем рады помочь. Вот. Но совершенно очевидно, что оставлять так, как есть, да, нельзя, потому что сама по себе ситуация не справится, сама по себе ситуация не поменяется, вот. А риск того, что в дальнейшем она будет становиться хуже, он достаточно большой. Вне всякого сомнения, вам нужно к врачу обратиться, вот, чтобы врач исключил наличие у вас биологических причин для вашего текущего состояния, вот, чтобы и вы, и ваш психотерапевт были уверены в том, что, что в этом смысле вам ничего не грозит, потому что, психотерапия, она может навредить. Вот. Если биологические причины для состояния имеются, потому что, работа будет проходить несколько неверно. Вот. Так что на это тоже очень важно, чтобы вы обратили свое внимание. Вот так, пожалуй. Но сейчас вы, как мне кажется, старательно убегаете от, от самой себя. Вот. Старательно сбегаете от самой себя. Вот, уходите в вот эту вот дереализацию. Вот. Поэтому я, с одной стороны, понимаю, что я понимаю, что вам может быть страшно, я понимаю, что вам может быть боязно, да, вы можете бояться, это абсолютно нормально. Вот. А с другой стороны, вы не будете одна. Вот, психолог поддержит вас и поможет в решении проблем. То есть именно одной вы не будете. Да. Вот. Также можно заручиться поддержкой близких. Вот. Чтобы они вас поддержали. Чтобы они вам помогли, может быть. Вот. Ну, тут уже бывает, конечно, по-разному. Вот. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Желаю всего самого доброго и удачи.